Очень серьезную конкуренцию лидерам на чемпионате страны в Красноярске составили Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. В итоге отставшие от пьедестала почета от первых трех пар совсем ненамного. Сегодня именно эти спортсмены, представляющие тренерскую группу Тамары Москвиной и Артура Менчука с Александром Смирновым, открывают короткую программу в финале Гран-при. Ясмина Кадырова, Валерий Колесов. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Санкт-Петербург. Очень хорошее начало в турнире спортивных пар, потому что очень хорошее катание этих ребят, очень качественное. Прежде всего, параллельный тройной сальхов, очень близко, с хорошим выездом, показали выезд, параллельно все сделали. Чуть-чуть поборолась Ясмина за выезд на выбросе, но на одну ногу. И здесь уже не будем сильно придираться, но этот элемент был тоже сделан. На этом координационные элементы закончились. Если, ну, можно еще сюда отнести, конечно же, подкрутку. Подкрутка тоже была неплохо сделана. То есть, в принципе, по парным элементам вопросов к ребятам не должно у судей серьезных возникнуть. Хорошее начало соревновательного дня. Молодцы. Продолжают скатываться ребята, обрастать мясом. И это заметно. Прогресс виден. Молодец. Валера, молодец. Ну, мама сдала. Ну, во всяком случае, если уж Тамара Николаевна Москвина поднимает большой палец вверх после выполнения спортсменами своей короткой программы, это о чем-то договорит. Очень уверенный прокат продемонстрировали сейчас Ясмина с Валерой. Вот, Максим, говоришь, поборолась за выброс. Ну, давайте посмотрим сейчас на этот выброс Ясмины. Да, действительно. Но справилась. А все остальное было сделано просто безупречно. Ну, чуть-чуть так осторожненько выехала. Но это уже если только придираться.
Вот какое параллельное вращение. Знаешь, движение руки, движение кисти. Потому что левой руки нет, тоже неровно вывез, левой руки нет. Всем привет. Ну, пожалуйста, вот вам и результат. 77,32 балла. Уже первый стартовый номер приносит нам такие высокие оценки.